Олег, по плану на следующей неделе тебе этот КамАЗ отгрузить. И с баком тут тоже немножко пришлось ждать и менять кронштейны. Бак был под заказ. У нас КамАЗ, делается капитальный ремонт, КамАЗ клиента 55-102, и, грубо говоря, сельхозник, да, по-нашему же опять 115. Седьмой год. Средние цены — это полный капитальный ремонт, 1 100 000 200. По красному, то, что нас спрашивали, тоже полный капитальный ремонт, тоже 55-102. Сейчас у нас отвечает на звонки по капиталке и по запчастям Айрат. Номер мегафоновский мы здесь укажем. Так что кому нужен капитальный ремонт, без проблем обращайтесь. Поможем. Айрат все объяснит, расскажет. И вот этими же руками, этими же людьми, в этой же территории ваши КамАЗы будут капиталиться. Вот примерно так все происходит. Приехали сюда, пообедали с клиентами из Воронежа. И сейчас поедем к их КамАЗу.